русские оказались самой большой разделенной нацией в мире сегодня. Это не проблема? Для вас нет, а для меня проблема. Да, нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Кто предал? Фамилии? Имена? Ну, то, что Союз Советских Социалистических Республик ликвидирован незаконно, это совершенно очевидно. Наши солдаты будут погибать, победа нам не видать, пока мы по суду не отменим незаконное решение 91 года об изгнании Украины. Хотим жить, придется восстанавливать закон. Иначе сдохнем все.